Вань, а что ты без очков работаешь? У тебя зрение лучше стало? Да что-то забыл. На, держи. О, спасибо за очки. Пожалуйста. О, так действительно лучше. Серёга, ты можешь побриться? То ты мне там уже все покорябал. Да, ты что, гонишь, что ли? Сейчас погоди. Ты разговаривал? Начинается с того, что я бегу заваривать себе чай с долькой картофеля. Пока чай настаивается, жарю себе картофельницу. Угощаю своего питомца картошкой, наношу патчи на глаза из картошки и пью чай. После этого иду срать. Сру я тоже картошкой. Люх, я право получила. Поздравляю. А что я сегодня за рулем? Права она получила. Отче наш, ты же и сина не беси. Ой, а где третья педалька? Да светится имя твое, да пребудет царствие твое. Мам, иди сюда. Чего случилось? Угадай, кто из них моя невеста? Так, ну, наверное, вон та с краю. Как ты догадалась? А она сразу меня бесить начала. Фух, ну все, доброе утро. Так, все, спорт. Спорт – это жизнь, жизнь, здоровье. Здоровье – это все. Опа-на. Настя. Что хочешь? Слушай, я тебе признаться хотел. Я тогда, помнишь, трубку не врал? Ну. Я отполучил. Поэтому вот так вот. Да, зая, ну ты и пузо себе отрастил. У хорошего хозяина конь под навесом должен стоять. Ладно, я на работу пошел. До завтра. Пока. Вася, а я очень хочу от тебя ребенка. Ты сдурела, что ли? Ты даже пеленать не умеешь. Я не умею. Сейчас покажу. Сейчас я еще за соской схожу. Угу, Вася. Угу-гу. Вася. Угу. Катя, там вроде Васька обдрестался. Перепеленай его. Ребят, лайфхак, если хотите пернуть и просто много людей рядом, берете просто ручку, кидаете на пол и одновременно пердите. Вот примерно вот так. План говно, я не хочу в нем участвовать, я брезгую. Даже не подгорели. Да, супер. Включение фантуза унитаза. Мы... Пиздец. Ничего себе. Вот это да. Ой, вали хера. Прикол был. Угу. На нём сюда тоже? Нет. Нельзя. Распечатай. Самый лучший подарок, который сделан своими руками. А с чего начать? С чего хочешь. С чего хочешь. Сильно не разваливайся. Меня и так разваливается. Аж уже отпустил. Пранкер. От Бога. Ты в одном положении снимаешь. Не знаю, сюда надо, наверное.
сразу выясним, с таким азартом открываешь, что тут не надо ничего. Ему так интересно. Нахуя улыбаться, чё? Хороший кулечек, там не видно ничего. Пожалуйста, только аккуратно, хорошо? Обрезай. Не поцарапай ничего. Салфетки? Да, боже. Это то, что я думаю? Я не знаю, что ты думаешь. Это то, что ты думаешь? Я вот упаковала. Гендария. Все-таки не хочешь на папу ругаться? Как их не буду? Опять нажрался, скотина такая. Сейчас я ему устрою. Не защищай. Ма, ну он же не специально. Ему угрожали. Как? Кто? Ну ему так и сказали. Если не выпьешь, больше не нальем. А ты чем намазался? Ну крем, который ты купила. Ты че? Ты знаешь, сколько он стоит? Сколько он стоит? Ты сказал, он 100 рублей по акции стоит. Ну да, 100. Ну и все. Люда, что? Ты приговорена к расстрелу 5 раз. А дуло не разорвет? О мой бог, ты тоже тут? Оставь три пельмешка. Ты меня любишь? Угу. А курить ради меня бросишь? Брошь. А пить ради меня бросишь? Брошь. А зарплату будешь мне все отдавать? Буду. И жизнь ради меня отдашь? Да отдам, на у меня такая жизнь. И, типа я такая, типа, еду вечером. Ой, я не еду. Ну, типа, что-то у меня там, что-то, ну, там, как-то так, кое-что, ну, там, не кое-что произошло, ну, просто так. Типа, там было там... Зай, ты видел, какой у Сереги большой? Ну да, больше, чем у меня. Угу. Подожди. Ты это про дом? Ты же это про дом? Девушка, здравствуйте. У вас средство для чистки стекол есть? Стекло в телефоне загрязнилось. 10 рублей с вас. Люд. Что? Ну хватит уже, давай помиримся. Нет, я не хочу с тобой мириться. Давай. Нет. Ну давай помиримся, а после секса опять переругаемся. А, меня это устраивает, пошли. Только потом опять поругаемся. Обязательно, обязательно. Ау! Привет. Зай, я хочу секса, раздевайся. Смешно. Ты что, серьезно, что ли? Так, в чем подвох? Что ты сделала? А? Ты умираешь, что ли? У тебя рак? Ты что, машину разбила, что ли? То есть ты просто так? Ты можешь прикалываться еще? Еще розыгрыш какой-то? Это пранк? Ты что, меня разыгрываешь, что ли? Где камера? Ты, Зай, ты что меня пугаешь так? Точно все нормально, все хорошо? Сейчас мне в туалет зайду, мне в туалет надо мне сейчас. Я еще... Пацаны, моя секса хочет просто так. Да нет, так не бывает, херня какая-то. Не-не-не-не, это бред! Она голая лежит. Да что с тобой такое? Зай, бля, ты меня пугаешь, бля. Ты меня пугаешь, серьезно. Короче, я тебя на диване посплю. Парни, вот сколько раз на днём девушки говорят, что они некрасивые. Некрасивые, некрасивые. Так что, грустить от этого? Что ты сказал? Ничего. Ты
Влад, ну ты еще и снимаешь. Попробуй такую выложить этого. Решила перейти на правильное питание, да? Как бы чистила мандаринку, а сок раз и как брызнет мне в глаза. Колбаса бы так не поступила. Че ты, блин, че ты? Вот, привет, я пришел. Здравствуй, Саша. Что такое уже? Как на работе дела? Отлично, замечательно. Веселуха там у тебя, да? Какая веселуха? У вас сегодня отчет был. Какие бабы? Какие бабы? Я тебе звонила на телефон. И что? И мне баба ответила. Абонент недоступен, перезвоните позже. Что это такое? Когда жена звонит, ты должен брать трубку. Это серьезно? Конечно, серьезно. Это автоответчик. Это автоответчик. Да что ты мне врешь? Что ты... Люд, это автоответчик. Автоответчик? Автоответчик, да. А, ну пошли кушать. Дорогой, я хочу почувствовать тебя внутри себя. Вы употребляли сегодня? Вызывай наряд. Водитель не в адеквате. Коля. Что ты мне светишь? Чё хочу? Знаешь, чё хочу? Чё ты хочешь? Ну, чё хочу я? Давай. Подожди, сейчас Варю увожу и это. Давай быстрее только. Ну что, нести? Неси. Хорошо. Ты сегодня весь день хотела есть. Я с утра ничего не ел, просто. Не, с обеда. Ты будешь курить куда-то? Не, не хочу, хочу сырную. Кетчуп не принесу.